Привет, ребятки! Привет, Шарик! Привет, привет! Эй, это опасные новости! Я нахожусь в каком-то страшном подземелье, где обитает куча монстров! И мне нужно еще спасти принцессу! Ты мне поможешь в этом? Ну, конечно, помогу, чё ты переживаешь? Мы сейчас с ребятами тебе покажем, куда идти и как со всеми монстрами справиться. Что, серьезно? Вы мне поможете? Ну конечно, но не переживай, все, погнали. Ой, 3 монстра сразу. Смотри, они похожи на какое-то растение. На какое, угадывай. Ну это напоминает мне подсолнух. Ты знал, ну чё ты такой врунишка? Да я не знал, ну, похоже, конечно, почему? Что? Вот это у них колючие какие-то листочки. Вот это да, лепестки. Да, они очень колючие, так что будь осторожней, потому что 3 лепестка, и они тебя лопнут. Ну хватит меня пугать. И так тут как-то слишком мрачно в этом подземелье. Не очень-то хочется еще и лепестково гребсти. Надеюсь, ты не будешь меня подшучивать. Да не буду я над тобой подшучивать, у тебя все получится. Да? Конечно, не переживай. Ну хорошо. Ой! Ого! Вот это он бабахнул. Оп! Так, а ну-ка, сейчас я запрыгну. Опа! Отлично! Я пошел дальше. Куда ты собрался? Ну, я хочу покататься вот на этой тележке прикольной. На тележке он захотел покататься. Ты давай проходи. Да прохожу я, прохожу. Чё, нельзя хоть один разочек покататься на тележке? Но тебе ведь нужно всех спасать, а не на тележке кататься. И то верно. Вот. Эх. Все, я наверху. Опа. Заметила меня это чудовище. Все, теперь мне не будет мешать. Так. Прыгаю-ка я вниз. И отлично. Чтобы вот это вот забрать. Ой-ой-ой, какой он страшный монстр. Хочет меня поймать. Ну что ж поделать. Ну что поделать. Будь осторожнее, все, никто тебя не споймает. Чего ты переживаешь? Ага. Ты видел, какие у них огромные зубы? Да, это же зомби. Они у них какие-то вялые, они не смогут ими даже покусать. Ага, конечно не смогут, конечно. Утешай меня дальше. А что, ты не веришь? Да я не то чтобы не верю, но это же зомби. Они довольно-таки опасные. Ну, может быть, совсем немножко. Не переживай так сильно. Ладно, ты меня успокоил. Так, все, я готов побить всех чудовищ, которых я найду. Ой. А чё здесь? Его лепестки до меня не долетают. Так. Там я вижу ключик, и мне бы его забрать. Но тут кто-то охраняет. А! Так, надо спасти моих маленьких шариков. Давай спасай, чего же ты ждешь? Ну сейчас, сейчас. Возьму ключик. И еще один ключик теперь смогу взять. Оп, здорово. Молодец, что тут скажешь. Ух, как же у меня все круто получилось. О, я немножко тут передохну, ребятки. Так что ставьте лайки, подписывайтесь, комментируйте. И смотрите следующую серию прямо сейчас на канале Спуди Дудиду. Всем, ребятки, пока-пока. Пока-пока! Ю-ху!
Bye.